народ, всем привет! С вами снова канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Снова мы не в Эмиратах, мы в городе Киеве, и позади меня находится знаменитый Киевский костел. Точнее, это Николаевский костел. Также он известен тем, что это дом органной и камерной музыки. А архитектором этого самого костела является Городецкий. И Городецкий, между прочим, для города Киева то же самое, что Антонио Гауди для Барселоны. Да, вот так вот. И создан был этот костел в 1899 году. Ну, не буду вас утомлять фактами, оставим это экскурсоводом, а просто повернем и посмотрим на это просто здоровское архитектурное творение. Сейчас подойдем чуть-чуть ближе, и там, возможно, даже будем нарушать правила, переходя дорогу. Вот такую красоту хочу вам показать сегодня. Наверное, начнем мы с показывания через дорогу. А вообще здесь симпатичные кафешечки находятся. Люди сидят, кушают. Ну, все так ничего, я по дороге иду. Ну, надеюсь, все закончится замечательно, и вы поставите мне лайк. Ага. Так вот, костел. Давайте даже приближу. Красота какая-то. Не знаю, мне всегда нравился. Даже когда канал еще не вела. Давайте просто рассмотрим вами все-все, все барельефы, всех людей. Вот. Машинка мимо промчала, спасибо, не затоптали. Так, ну сейчас мы так уже нормально его посмотрели, думаю, можно уменьшить и попробовать перейти на другую сторону, но когда поток машинный немножко закончится. О, красота. Так, ну что, попробуем перейти. Что там, машин нету? Офигеть, как мы нарушаем, просто офигеть. Вот елки-палки. Ну что, могу сказать, была тут всего разок. И был какой-то или концерт, мальчики пели. Так была такая грустная, но хорошая камерная музыка с таким эхом. Ну, честно говоря, посидела я всего полчаса. Ну, наверное, потому что я, наверное, не являюсь почитателем. Но это не умаляет на самом деле достоинства камерной, органной музыки. Очень много людей любят такие вещи. Интересно, кстати, вообще. Не почитала истории, чтобы вас не утомлять, но, к сожалению, не могу даже сказать, кто что изображено здесь. Хотя, возможно, может, это и не нужно, может, вам было бы скучно. Так, ну, перешли. Давайте, может, попробуем как-то войти сюда. Вообще войти можно? Сейчас узнаем. Вот здесь также является Римско-католической церковью, храм Святого Николая. Она вам сказала уже, что Николаевский костел. И вот кому нужно служение. Давайте попробуем пройти. Наверное, репетиция здесь. Здравствуйте. Давай. Открывай ребенку. Ну, вот такой красивый у нас костел. Здравствуйте. А вход здесь платный? Да. Концерт. А? Концерт полвосьмого. Концерт полвосьмого. А так, как войти посмотреть костел, нельзя, да?
Ага, понятно. Значит, концерт 7:30 будет, тогда можно зайти, заплатить и посмотреть. Давайте я занырну здесь. Просто вам подсниму чуть-чуть. Очень красиво. Да, необыкновенно, если все свечи будут гореть. Будет очень красиво и здорово. А сколько вход на концерт стоит? Зависимости от места. От места, да. Самое... Касса, ага, из кассы, из беда. Спасибо большое. Все, давайте сейчас еще покажу вам такую обстановочку. Ага, вот афиша. Да. Если кому нужно. Афиши здесь тоже есть. Ну, женщина, кстати, очень вежливая, она меня не выгнала, разрешает снимать. Вот, но мы не будем мешать людям репетировать. Немножко костюмы посмотрели. До свидания. Все, будем выходить. Двери, кстати, очень интересные. Всегда обращаю внимание на двери. Такой засов мощный. А, вот смотрите, уже стульчик поставили, чтобы я не заходила. Вон касса, касса где-то там. Ну, давайте в кассу. Ну что, пройдемся в кассу, да? Костел, красота, красота вообще. Класс, класс, класс. Давай покажу вам. А, ну, здание возле костела. Вот, какие красивые барельефы. Помню, очень похожие в Испании мы видели. Строение, я не скажу вам, как оно называется сейчас. Вот как надо сказать, знаете, так из головы вылетает. Давайте обойдем его хоть что ли. Обойдем сейчас. Заборчик, стоит куча припаркованных машин. Сказали, кассы там, а кассы непонятно где. Может, касса тоже закрыта, я думаю. Я думаю, что касса там была, надпись, вон же надпись касса. Ага, смотрите-ка. Ух ты! Так отсюда, небось, еще вид хороший. Давайте еще отсюда посмотрим. Ну, отлично. Нашли и здесь вам показать виды. Вот честно, мне нравится смотреть такие достопримечательности, которые похожи на замки такие. Не сильно древние, а может и древние. Ага, вот, наверное, кто сегодня будет петь. Сегодня будет петь, кстати, вот понедельник сегодня, Тамара Рой, флейта. Ну, конечно, вы, наверное, видео это увидите уже в августе. Очень красиво. Давайте с другой стороны еще его обойдем, посмотрим. Надеюсь, вам интересно. Ну, комментируйте, ставьте лайки. Вы наши такие честные подписчики. Вы скажете, что вам нравится, что не нравится. Еще сейчас спрячусь за солнце, потому что оно мне просто в объектив светит. Ага, ну все, можно теперь даже отдалить вам и показать всю красоту. Не, классно, классно, классно. Дорогие киевляне и гости столицы, вот рекомендую посещению. Интересно, кстати, киевляне все здесь бывали? Вот, симпатично, симпатично. Ну что ж, теперь пришло время просто прогуляться и узнать, что у нас с кассой. Вы
возвращаемся, солнце просто бьет он ослепительно в объектив. Вот такой домик уже старого формата, конечно же, ничего нового, я думаю, здесь строить не будут, хотя вот, чуть я вал сабаны, вот же, новый дом построился. Просто мне интересно, когда сваи вбиваются, они не калечат ли они какую-то архитектуру, не какую-то, а великолепную архитектуру городецкого. Так, ухи тут. Так, рекомендовано на сайте касса. Ага, квитки вообще рекомендовано на сайте. Ну, давайте спросим. Здравствуйте, я хочу узнать, почем билеты сегодня. Это от 50, да, билеты у вас? От 50 и самый дорогой 500, да? Ага, и то есть, ребята, можно заходить сюда, сразу вам видно места, брать и заказывать. Хорошо, спасибо большое, спасибо. И концерт в 7:30, время есть, все есть. Но лучше берите на сайте, потому что коронавирус, да? Спасибо. Вот. Здесь фотографии людей, которые выступают на концертах. До свидания. Очень вежливая женщина, очень приятные люди. В общем, народ, костел обязательный хотя бы к рассмотрению. А посещение концертов – это на ваш вкус. Хотя вот как я вот тогда посидела, полчаса послушала, мне было прикольно, приятно. Ну, просто как-то больше получаса я не высидела. Ну, с другой стороны, не все же смотрят футбольные матчи, правильно? Ну вот такой у нас небольшой обзор прекрасного Николаевского костела в городе Киеве. С вами была училка физкультуры в Эмиратах. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. Большое вам спасибо. Всем пока.